Незаконно установленные ларьки и павильоны смогут сносить без разрешения суда. Городские депутаты предлагают утвердить поправки на ближайшей сессии, чтобы уже этим летом начать борьбу с самостроем. Раньше, чтобы демонтировать нелегальные торговые точки, приходилось вести долгие судебные тяжбы. Теперь судьбой самовольно построенных киосков займутся районные администрации. Народные избранники уже окрестили эти поправки революционными. По последним данным, в Новосибирске находится 3000 нестационарных торговых точек, и половину из них установили незаконно.